Миллионы лет тому назад два храбрых воина, а вернее один храбрый и опытный, а другой, мягко сказать, не очень, решили поиграть в игру Dark Souls 2. Над созданием данного произведения старались Winterfell Weather Channel и канал «Такие дела». Эй, пс, подпишись. Ты вернулся, уже... Витя, к тому месту, где мы его котель призывали. Я умер. Ты умер? Да, я ничего не свалился. А, ну печаль. А тогда я сейчас после костра переставлю знак. Зато у костра. Ну да, в принципе. Ой, как нехорошо получилось. Надеюсь, что мы сейчас дойдем вместе до этого, до босса. Чтобы нету этого. Так, а я же отдохнул или нет? Да, считается отдохнул. Ну, смерть считается отдыхом. Я поставила знак. Смерть считается отдыхом. Замечательно. Ну, тоже неплохо. Ладно. Так. Надо ждать. Ну, ждем. Смерть в каком-то смысле действительно отдых. Ну, в принципе, если так совсем утрировать, то так оно, в принципе-то, и есть. Ну вот. Так, сейчас, наверное, лучше палец не тратить, потратить какой-нибудь дурацкий меч, правильно? Ну да. Нет? У тебя только одно оружие хорошо прокачано. Да. Печаль. Ну, у меня титанитов-то мало было. У меня тоже мало было, я скупила все у торговца, у меня есть сабля на плюс 4, черная катана на плюс 3, короткий меч на плюс 2. Я все в скиллы, вернее, все в статы. Ну да, зато у меня только 10 здоровья. 10? Да. Я экстремально. Прикольно. Здоровье всегда меньше всего вкладываю. У тебя кольцо именное надето? Да, но я пока не вижу. Бегаю тут вокруг костра, но не помогает. Ну попробуй присесть, встать. Ну, костра, я имею в виду. Ну, естественно. Так. Нет, ты можешь перед компом приседать. Это было бы забавно. Ну, ничего, в принципе, не появилось, к сожалению. Так. А ты у кого у костра? Там, где сталактиты и прочее? Ну, конечно, это один костер. Мало ли. Может быть, я какой-то пропустил. Что-то как-то не появляется. Ты точно рядом с ним там? Не в проходе? Да, рядом с ним. Сейчас я просто переставлю знак. Обновлю. Рядом с костром. Обновила. Пока не появился. Ну, попробуй еще растить от костра. Хорошо. Отдохнуть. Мир обновился. Назад, но ничего такого не появилось пока что. Странно-странно, у меня сеть работает. Да у меня тоже вроде все эти штуки, там, кровь и прочее, трупы. Столько пятен крови, жесть просто. Отчаяние впереди. У нас капелька, правильно, такая зеленая? Да, зеленая капелька. Каифа, богиня осталась. Угу. Странно это. Ну, действительно странно, что знак не появляется. У тебя какая память душ? Статус игрока, третья иконка. Ой, самая последняя цифра в верхней строчке. Я ж забыл, я ж помер. Все понятно. Я так давно не помирал, что... Да, надо человечность установить, бывает. Во, сразу появилось, отлично. Отлично, ты ушел на вас, ничего, что мы по памяти душу шли. Странно, думаю, не должно. Да это жесть просто, я реально так давно не умирал уже с тобой. И что? Забыл, во что играешь. Да. Огненный меч? Не, какая-то дрянь нашел, здесь валялся. Ну ладно, нор. Решил пока ее ломать, а дальше, если будет что-нибудь нужное, то обязательно на врагах. На боссах. Хорошо. Ну, разбудить ничего. Я хватаю. Я тоже вроде... Меч, кстати, он не так плохо сносит, конечно. Не как-то от дубины. Я бы сказал, даже дубинище. А, кстати, вон там мои души. Я вот тут и свалился, собственно, мимо мостик промахнулся. Ну, чтобы забрал души? Да, 16 тысяч. Отлично. Ты зря спал, парень. Ты тоже. Да. Так, сейчас верхнего приговорим.
Так, а зачем мы тут верхних-то убиваем? А он с бомбочками кидает сверху. А, да, засранец. Таких надо вообще... Если он тебя впадет, то ты будешь запятнан навеки. Если тебя впадет огненная стрела, ну, ты поймешь, что произойдет. Не хочу так. Будет весело. Ну, и тебе. Так, ладно. Хорошо. Хорошо. Ну, давай как-нибудь эту девочку снова призывать, ну, наверное. Сейчас мы пройдем мимо нее. Эй, что ты делаешь? Бей во врага. Не бей рядом. Зачем? Я стараюсь бить во врага. А я стараюсь. Там щиты откидываю зачем-то. О, перетяжка. Я тоже. Так. Так, теперь вверх идем. Теперь идем целенаправленно на босса. Не забывай лечиться. Я сейчас кого-то другого. Ничего, ты защищала. Уработали. От духов ты их отгоняла. Уработали. Да, так. Значит, сейчас нам нужно куда? К боссу. А, девочка, точно, блин, девочка, я уже поток мыслей теряю. Так, ну, благо сейчас хотя бы быстрее все идет. Осторожно, там еще. Ну, такие вкусняшки выпадают, нужно их собирать. Там шлемики всякие. Да, шлем с него два кинуски клевые выпадает. Вот, видел, что произошло? Нифига себе! Ё-моё! А тебя он... Не останем. Вот что бывает, если вас облили и в вас попал огонь. Дети, не попадайте под уголь. Что-то у него атаки быстрее после моих. Теперь сними именное кольцо. И призови нашу девочку. Вот здесь. Так. Девочка, иди сюда. Да попадай ты по врагам, господи. Женщина, глупая женщина. По врагам бей. Вот так. Убытели мира. Отлично. Хорошо. Теперь куда? Теперь куда? Вниз опять. Вниз, все, бегу. Там, где я кончилась. О, отлично. Антон. Теперь я, пожалуй, булаву одену. И... А там босс, нужен мне щит или нет? А, нет. Хотя его можно, в принципе, блокировать. Держи. Ну, хорошо завалил. Там еще один навалил. И его сейчас работаем. Да что ж он так откатывается? Ты его так бьешь, что я не успеваю его ударить. Ну прости. Вот она сразу рука мастера. От него босса сюда. Да, босса. Врага мопа, ладно. Все равно от него оттекс. Сейчас я буду играть с парнями. Нехорошие игры. Смотри, стой, я не прибегай. Видишь, тут висит что-то. Он в нее попало. Угодель, не смей. Оно там упало, нет? Да, вроде. Текст. А что это? Ну, господи, это мобы. Я в руку сейчас вам попаду четко, и он исчезнет. А-а-а. А угодель, не смей. Да что же у него, блин, защита? Нет. Да, забавно. Да, они сваливаются, им очень обидно. Но самое интересное, что я попадаю вроде выше, а сохраняет, в общем, сохранительные какие-то бревна. Угу. Там парень сидит, у тебя сколько интеллекта? Ну, я вроде достаточно умный, там, 10. А, сходи, поговори с ним. Только с умными разговаривает? Да, он разговаривает только с теми, кого больше возьми. А где он? Вот он не здесь, он там стоял, сидел. Сейчас я когда... Не увидел. Не увидел? Ну, блин, сейчас когда вот этих приговорим и... Заворажи. Так, надо подхилиться. Подхиль, у нас там еще парень есть. Эй, хватит. Хватит с луками своими. Отлично, и пойдем тогда поговоришь. Своим другом, ну не то чтобы другом, но вот с этим парнем. Локтель, осторожно, тут не прыгай, да, по лестнике. Вниз. Давай, я тебя приведу. Где тут парня кого-то увидела?
Ну, сейчас все будет. Заворачиваемся, да? Угу. Сейчас бы не свалиться вниз. Души жалко, черт побери. Да, вниз лучше не свалиться, тут бочечки. С них тоже лучше не свалиться. Надеюсь, наш бот не упадет. Ну, я тоже надеюсь, что она умная. Вот с ним поговори. До упора с ним договариваешь. И... О, Гатиэль. Ладно, иди сюда. Повышает магическую защиту, ускоряет использование заклинаний, но я не думаю, что это нужно. Ну, просто договори с ним до упора, тогда он переместится в Маджоу. Да, просто интересно, что он продает. Угу. Так, ладно, поговорить. О, неужели это нельзя отменить? О, господи, Вукатиэль, какая же ты глупая женщина. Она упала? Да. Ну что, будем ее перепризывать или ну ее нафиг? Ну ее нафиг, жизнь боль. Довольно глупый фантом. Очень. Я не ожидал, что боты на такой способны. Ну вот она вот хоть я терлась, так что я убежала от тебя далеко. Вот просто мне... В общем, я на корабле, да. Стою. Хорошо. Без тебя не уплыву, не бойся. Так он еще и уплывает? Да, я тебя повернула. Он уплывает. Нехило. Сейчас посмотрим на это дело. Ну, как босса убьешь, тогда посмотришь. Видишь, он никуда не уплывет. It is a fitting place to hone my sorceries. I suspect that I may even conjure up new spells. А что ж он такой нудный? Ты почему нельзя этого пропустить? Не, просто жмешь кнопку диалога. Не хочет. Ну все так. Тогда его терпи. Маги, они нужны. Используй свитки, чтобы выпустить на волю силу заклинаний. Нудный старикан. Поистину. Бедная Вуктиэль. Жалко, ты не можешь ее призвать вместо меня. К сожалению, фантомов в своем мире можешь призвать только ты. Я могу в своем мире ее попробовать потом призвать. Ну, это-то да. Просто ну, хочешь, я сейчас уйду к кристаллам разделения, ты отдохнешь у костра, и мы ее призовем снова. Тогда придется всех призвать снова. Все заново побивать, ну ты что? Ну да, да. Так. Будем обретать знания вместе. Так, все, использую, у него пошел повтор. Ну, наконец-то. Я просто от него убегу. Давай, он тебе сейчас шутки хорошие скажет вслед, что он тебе говорит. Я за тебя уважение к старикам. Я как-то не обратил на это внимания, то, что он говорил мне, потому что лишь бы не свалиться самому вниз. Есть такие, блин, проходы. Сама понимаешь, по ним пока проберешься, уже и невозможно. Ну да, все нервы потратишь. Есть такое. Это же Dark Souls. Чуть-чуть невнимательно и все. Можно попрощаться. Так, ну все. Ух, ты тут тренируешься. Ну да. Можем идти вниз. Ура! Хорошо. Вот это босс-рум. Кстати, приготовь свои копья. Какие копья? Молнии. Если босс стоит в воде, если вообще кто-то стоит в воде, он получает на сколько-то процентов больше урона. Поэтому возьми в руку колокольчик. Чем? Как это сделать? Ты ешь моя ж. Ну, у тебя колокольчик не стоял в слоте, нет? Да, поставь. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Куда он делся-то, колокольчик-то мой? Удиндинкался. Вот, колокольчик, отлично. Хорошо, поставь его в руку. Нет! Не та кнопка. Хорошо, вот, отлично. Значит, захватываешь босса и нажимаешь кнопку каста. Подожди, я еще как-то лечение нужно поменять. Какое лечение? Ну, на свиток. У меня просто лечение сейчас в основном... слоте сверху. А ты не... У тебя один слот же всего. Ну и ты что? Ты не ставил туда молнии. Ну, значит, тогда у тебя не получится. Я
вообще не вижу, где у меня молнии, на самом деле. А, ты должен был их поставить слот. Я думал, ты их слот поставил, сказал, что тебе лечение не нужно. У тебя один слот. Ну ладно, ну, тогда. Я думал, что так оно... Ну, это можно только костра сделать, поэтому бери булаву и пошли. Как все сложно. Ладно. Да. Ну, поехали. У костра поставишь тогда булаву. Да, она здесь у меня где-то, сейчас. Во. Отлично. Зацапывай. А, блин, я аж первым, да. Да, ты первым, ты же хост. Ну что, флекси? О боже. Вон два в одном. Дикий часовой. Привет, флекси. Прыгай, друг. Ёп, даже не окружить. Ну, как тебе сказать, на то он и гибкий. Мне очень, по-моему, вызывает кровотечение. Да, это эти вызывают кровотечение, которые булавы. Ну давай. А с ним выпадет такая же, я тоже хочу кровотечение вызывать. Ты можешь. О, ты бывает с ним, господи. Это я своей дамочке говорю, все, она его кончила. Ура! А я лечиться уже начал. Да, теперь тебе надо идти дальше вот сюда по уровню. Угу. Значит, заходишь внутрь. Осторожно, mm-hmm. там ищешь сундук. В сундуке будет пиромантия. Mm-hmm. А потом дотрагиваешься до такого круглого столика, очень странного, красивого. И смотришь, собственно, красивый ролик. Хорошо. Ролики я завсегда. Давай. Хорошо, вижу столик, но сначала сундучок. Да. Ну, если там будет просто пиромантия, то... А там и перчатка тоже. Чтобы эту пиромантию использовать. То есть там все очень хорошо. Просто аплауз. Так. Ну и столик. Ну, вот. Я же сказал, что кораблик поедет. Он едет. Правда, поехал. Как только один человек управляет... Слушай, мне кажется, или этот плащ рвется на мне. Ага, нет, оно изначально рваный. А-а-а, не обратил внимания. Просто сейчас как-то присмотрелся. Ну, вот как-то оно так. Крепкий волшебный щит. Так, и тут куча пятен крови. Это не есть хорошо, это мне не очень нравится. А, ну дальше не свались, главное. Дальше пройди аккуратненько туда вперед, до лифта. На лифте поднимись наверх. Вот, и как только ты совершишь сей подъем, там в одной из камер, там дальше надо будет пройти в коридор, и в одной из камер будет костер. Тогда я знаю, где я. Я у тебя вот где-то с этого места начал смотреть, когда проходил Dark Souls. Ну, значит, ты быстро сейчас сориентируешься. Надеюсь, что это так. Нет, это не то место. К сожалению, это не то. Так, здесь костерка нет, здесь тоже нет. Здесь... Так, здесь костер-то вообще может быть. Ищи. Может быть, не в камерах? Если... Да, там, ну, как бы дальше по коридору пройдешь, mm-hmm. Там будут камеры. А тут таких ловушек нет, а то я вижу скелет, вот всякие. Нет, ловушек плюшки. Тут нет. Угу. Хорошо, я потихонечку так. Вижу его. Отлично. Да. Зацапываю его. Фух, так, отправляюсь, давай сначала либо в Маджулу, либо давай откуда нам там нужно идти. Ну давай снова тогда обратно в, да, ту самую безлюдную пристань. Иду, и там тогда сразу ставлю. Я схватил туда телепортнулась, сейчас я протелепортнусь куда надо. Ну и как раз, собственно. Так, как раз может так появится. Да. Ну да, я промахнулась в локации, со мной такое бывает. Да, ничего страшного, это... И использовать предмет. Вот, что так долго ищу ты его?
Он так как раз телепортируется в то, куда надо. И сразу тебя призываю. О! Это ты меня призываешь? Да, это я тебя призываю. Фу, отлично, отлично. Ну что ж, во второй раз, я думаю, мы с ним тоже справимся. Ну, тут не сразу придется к нему прибыть. Тебя все равно выкинет чуточку раньше. Мне придется с тобой бежать обратно. Да. Эй! Поприветствовала и упала, не знаю. Откувыркнулась. Это было контролируемое падение. Ладно. Ты штуки, да, парни, пожалуйста. Так, сейчас надо как-то... Сам встал. А, вот, правую кнопку мыши. Я уже просто путаю немного управления, правую и левую кнопку мыши. Да, просто левая кнопка мыши у меня не атака, а защита. И это странно. Купайся. С добрым утром. Так. Ну да. Надо как-то побыстрее зачистить, чтобы успеть. Хотя вряд ли мы успеем за один заход, потому что действительно не торопясь. А мы не успеем в любом случае. Она выкидывает. Ну да, тогда так. Два захода и сделаем аккуратненько все это дело. Она выкидывает, к сожалению. Сколько я не играла здесь в коопе, всегда выкидывает где-то там. Угу. Ну ничего страшного. Топор пехотинца. Клёво. Я и самоцветик нашел. Чё-то он сразу в ближний бой пошел. Ну. Меня немного смущает его одежда, почему он викинг. Давакин. Я тут видел косплей Давакина. Так, аккуратней так прыгай, а то... Что? А то мимо, да? А то убьёшься обо что-нибудь. Бессердечная ты. Я просто переживаю. Так, да что ты будешь делать? И ты его в спину прям вообще. Нехорошо, не спину. Совместная работа. Да. Знаешь, когда вместе так играешь, даже не кажется, что это игра супер-пупер хардкор. А что ты тут делаешь, а? Ух ты, это я зря к тебе полезла. Ладно, не важно, я это добью. Но больше так делать не буду. Вылез тут. На него действительно лучше без огонька не переть. Сейчас я покажу, что будет, если камень Фароса запихнуть. Mm-hmm. Конечно, есть камни Фароса и лучшее применение в этой жизни. Ну, я не знаю, насколько это важный такой ресурс. А, ну, давай, умри. Сзади меня там лучники, поотвлекай их чуть-чуть. Ай, пока. Я постараюсь их быстрее в доме... Нифига себе, он в голову мне воткнул. Ну, в общем. Привет, парень. Что ты делаешь? Давай поговорим о Dark Souls. Так. Все, все. Оп. На этом даже да. А, отлично. Ты прям становишься большим убивцей. Ну, так у меня такой сансей, ты что? Эльф сансей, да. Знаешь, если разбить вот эти досочки на дома, то в дома будет проникать свет. Сейчас ты выйдешь снизу, тут будет свет. Ща. Как ты здесь убьешь, конечно же. Я пока... Страшно. Не боюсь, тут убежала за блестяшкой. Дорог-то я знаю. Сейчас. Ты там свет уже зажгла? Да, я ж так... Офигеть, как светло. Офигеть. Я говорю. Иди ко мне. Это огромная лампа. Да, я же сказала, это огромная люстра. Это огромная лампа. Люстра. Лампа. Люстра. Привет, парень. Ну, ты знаешь, у нас с тобой уже были. Это просто фонарь гиганта. Так, спокойствие, только спокойствие. Что у тебя там, неприятности? У меня просто булава ломается, я не хочу ее доломывать. Поэтому нужно, чтобы парень от меня отстал. А, понятно, отвязать тебя, парни. Ну, прости, парень. Мы с тобой немножко говорили. Парень тебя отстал на тот свет. Спасибо. Обращайтесь. А, еще один хочет. Завсегда. Буду рад. Песику говорили. Бедные песики. Вот. Измывательство над собачками.
Ну, я думаю, да, мы только облегчили их страдания, потому что за нас уже кто-то над ними поиздевался и сделал с ними то. Слушай, эти парни им вообще хорошо получается из-за света? А, им очень нехорошо из-за света, я скажу так. Они очень расстраиваются, когда тепло. Они боятся света. То есть вообще они даже бить не будут и лезть? А, будут. Если их припереть, то они начинают вот как сейчас атаковать. Ох, я грибла-то хорошо сюда. Я тоже не сильно. Я нашел, это буква Т. Какого? Что, буква Т жеста? Да. Отлично. Сейчас я сбегаю просто за факелом, иначе мы сейчас от них в комнате с Гавланом хорошенько. Гавлан звучит страшно, на самом деле. Да, one will, Гавлан will. Просто это немного похоже на обзывательство. Открываем дверку. А теперь примани его тут. Отойду с факелом, чтобы он меня не видел. Вот этот поприманивай. Он разозлится. А хочет тебя атаковать. Не-не-не-не-не-не-не-не. О, это плохо. Валим. Отбегай. Строим. Семя, просто мы не отправимся. Он уже атакует. Хорошо. Отбегай от него. Ага, отлично. Один выше, теперь бьем. Я ему сбиваю атаки. Это хорошо. Лечиться. Так. Вот он там в углу не зажат. Стои. Его уже кончили. Нормально. Отлично. Нормально, да. Все, ну, хорошо. Все, пошли наверх. Там один остался теперь. Опять этот гад. По-моему, разработчики, просто издеваясь над моделями, удлиняя им руки и все в этом духе, создали вот таких тварей. Ну да. Не даешь мне дверь открывать. Лол. Тикс, ты бы постоял за дверочкой? А то тебя сейчас долбанет ловушкой, если это беленькая. Да, вот у меня беленькая ловушка. Прикольная штука. Да. Она почти тебя убила. Ну, у меня попала только одна стрела из трех улетающих. Если бы у меня попали все три стрелы, мне можно было бы упаковывать в уютный ящичек. Нехило так, на самом деле, не сносит. Тик, Гаван, так-то мне тебе не нужно. Мне у тебя нужно твои стрелы. И немножко вот этого. Хорошо. Ой, я не хотела это с тобой делать. Что ты там не хотела с ним делать? Я не хотела с ним разговаривать. А, ну это ладно. Ну да, это тоже звучит, я бы сказала, неоднозначно. Это точно. Ну ладно, это забавно, что там. Так. Я, кстати, покажу еще одну забавную штуку. Смотри, если стоять здесь, взять этот лук, нацелиться на колокол и попасть по нему. Видишь, я позвонила в колокол. Да. И корабль, по идее, должен приехать. Вот, видишь? А просто так он не приезжает? Да, если в колокол не позвонить, он не приезжает, естественно. А вот если ты так играешь, то как вообще до этого догадаться? А, до того, что... О, у нас гости. Не, я думаю, мы его завалим. Он пожалеет о своем поступке. Пошли его найдем. А, хотя нет, он должен быть между нами и боссом. Поэтому где-то там заспавнился. Ну что, будем ганкать или честное ПВП? Я бы ганганул его. Он сам пришел к нам. Ну ладно, хорошо. Сейчас сначала вот этого парня. Я буду сторожить вход. А, интересно, где он? Это тоже тут замечательный уровень. Видишь красного фантома? Не-а, я пытаюсь вон его найти. Вон он, я нашла. Где? Вон он. Ага, иди сюда. Привет. А, хочешь еще честного ПВП? Ну, прости, парень, тут вряд ли получится честное ПВП. Сейчас я к нему прибегу. А, нет, ганг, конечно, хорошая вещь. Ой, я еще сейчас и огребу моба, господи.
Никаких честных ПВП, я не дам тебе в обиду. Ты не дашь мне в обиду в честное ПВП? Да. Я, конечно, понимаю, но я буду всячески мешать. А, ладно, тогда я заберу блестяшку. Так, там на этом уровне был или где? Ну, где-то около. Так, не беги со мной, я только со стрелами. Да, я не пойду. Так, он там дверь, похоже, открыл. Чё, хочешь под мобов нас травить? Тэкс, ну и где ты? Куда он делся? Парень. Ну, в принципе, где-то сзади, наверное. Ну, сам, наверное, к нам придет. Ну, естественно, он к нам придет, еще бы он к нам не пришел. Значит, он просто от скуки помрет. А он может, кстати, у нас всех мобов перебить? Нет, мобы его не дамажат. Угу. А он мобов дамажит? Нет. Давай. А у тебя же какое оружие сейчас? А, вот наш друг. Вот меч. Он сейчас травился. Да. Прости, парень. Ты не туда зашел. Ну да, он под мобов. Не пытаясь за ним бежать, не побежал под мобов. Так, ты сейчас погибнешь, кстати говоря, скорее всего. Вот искренне прости, парень, я не знаю пока. А, ты не помер? Нет. Отлично. Если бы не штучка с лечением, как вы мне сожрать? Во! Отлично. Чё-то я долго сожрать её не мог, видимо, из-за фантома. У тебя фантома. Же заклинание... Да, ты не мог лечиться, когда был фантом. У тебя же есть заклинание лечения, которое ты не пользуешь. Гениально! Забыл про него. Не разбивай больше бочки. Фейкс. Ладно, я ж приду. Сейчас было что-то страшное. Я приговорил яшверку. Все нормально. Это норма. Это норма. Это Dark Souls. О, да. А я им лечить не могу, к сожалению. Да? Можешь, если я подойду к тебе в ауру. А-а-а. Я вот же так лечилась возле тебя. Вот не замечал. Прикольно, прикольно. Бывает. Текс. Бедный фантом, его так жестко ганкнули. Да не так уж и жестко, могли бы и хуже. Он сам виноват. Ну да, вторгается в какую-то игру. Вот так вот разливает собственные бочки с ядом. Чтобы это не было мучительно больно. Ну ты просто разобьешь ее сразу, я буду долго думать, как взять эти ножи в руку и так далее. Я вообще начну учиться их кидать еще надо, я промажу раз 10. Ну да, фикс. Ребят. Я лучше посмотрю у тебя, как ты это делаешь, а потом буду делать это сам. А я это делаю с геймпада, поэтому... Какая разница? Надо же знать хотя бы, что нажимать. Такой же применяемый предмет, как и эту. Хорошо. Так, данный меч под угрозой поломки. Опять я что-то сломал. Так. Да. Ну ладно. Нет, опа. Следующий меч пошел точно такой же. Больше одинаковых мечей. Много одинаковых мечей. Ну, не каждый день не выпадают одинаковые мечи. А, ты там не пытаешься кончиться, нет? Ну, так уже немножечко темнее, но вроде пока нормально. Да, уже темнее. Ну да. Я думаю, ты как раз можешь пока поговорить с дедушкой, а я прибегу сюда и поставлю около него. А ты добежишь сюда, до этой части уровня? А, точно. По уровню бежать. Мабы же. Да ладно, я вот так выманила. Хорошо. Не надо... Только не падай, да, не падай. Да, осторожно, давай лучше. Так, погрем. Сейчас сам вылезет. Так, долг исполнен. Ну все, давай пока. Я пойду с дедушкой поговорю. Я как раз себя прокачала специально для этого 8 интеллекта. Я вообще хотела на этом персонаже использовать оружие черных рыцарей. Оно требует интеллекта и веру. Ни хрена себе. Так, ну я пока потихонечку выдвигаюсь оттуда. Когда будешь уже двигаться в сторону меня, скажи обязательно. Да я сейчас вот... Ага, типа мы с тобой поговорили. Покупать я ничего не буду, пока. Глянь, один из этих советов спасет твою жизнь. Я, собственно, выдвигаюсь обратно. Так, аккуратненько, не в ту сторону.
Я на лесенке ставлю тогда. На какой? Ну, когда будет подъем. Подъем куда? Много просто очень лесенок. Подъем в этот. В пещерку. Поняла. Подъем в пещерку. Экс. Сейчас я у себя секретную дверь возьму. Подъем в пещерку, это... Это тоже звучит. Блин, давайте все пошлять. Я не виновата. И вообще, я не про пошление, я просто сказала, что это звучит. Страшно звучит. Никто не сказал, что это звучит пошло. Ну, кроме тебя. Поздно. Так, тут газ какой-то по мне стреляет. В принципе, тебе вроде бы недалеко идти. Ну, тут я уже иду, кораблик. Я вот открываю себе проход. Так сказать. Смотри, смотри, я так. Ладненько. Бегу, бегу, бегу. Так, где тут правильный проход? Даже не свалилась, все нормально. Лесенку нашла. Угу, не прям перед ней стоит. А вот знак, к сожалению... А, все, нашла, вижу, призываю. Да. Успех. Ну, пока еще не успех, но, по крайней мере, мы на верном пути. Да, мы на верном пути. Шляпа черной ведьмы. Успех, отлично. Такой беленький. Отлично, только теперь не свались, беленький. Блин, а я... Да, души вроде не должен потерять, отлично. Нет, ты ничего не должен потерять, зачем тебе что-то терять? Не знаю, мало ли, потеряю у тебя здесь души, и пока к тебе не вернусь, не смогу их забрать. Да, было бы забавно, но нет. Было бы страшно и обидно. Да нет, забавно. Ну а потом представь тебя искать, чтобы в твой мир прийти. Да, я найду тебя и заберу твою душу. Да-да-да-да-да-да. Так, в общем, надо... Ну, дамочку зовем. Пытаемся у меня квест пройти. Да-да-да-да, у тебя пытаемся. Текс, что бы мне взять? Ну, на реген, допустим. Телен мира, давай. Она уже идет за нами? А, вон. Она придет. Она никуда не денется. Так, на корабле все живы, если что. Я там никого не убивала. Угу, угу. А до корабля все мертво. Это почти безлюдная пристань. Это безлюдная пристань и людный корабль. Вот. Это мертвое место. И корабль, да. Корабль-призрак просто. Дедушка там уже к тебе придет, да? Ну, а то он просто до меня сидит здесь. Он и должен сидеть, пока я не покину локацию. Осторожно, не свались. Он и будет тут сидеть. Надо локацию покинуть или обновить ее, чтобы он переместился в Маджоу. Угу. Ну, тут, конечно, жестоко темно. Нормально. Это такая, получается, выпад, это специальная атака, когда бежишь? Ну, там много есть атак с кувырка, с разбега. Сзади, 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 парень. Тут второй тоже жив, если что. Я знаю, его не добил, в спину бил. Нормально. Все. Где у нашего ухтель? Ухтель. Знак, я не кусаюсь. А, ладно, и черт с ним. Не зайдет в туман, и то лучше. Доживет. Или упадет. Нет, все равно будет считаться, если она как бы не зашла в туман к боссам. Ты полечись перед боссом. Блин, спасибо, что напомнила. Так, 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 лечиться, лечиться, лечиться. У нас вот так. Немного не той штукой. Попробую вам. Это, конечно, более медленная атака, чем с той катаны. Ладно, go to boss. Ну что ж, давай. Привет, Флекси. Скучал? Руби, кромсай. За добро. И кавай. Да. Ты... У тебя и урончик, Флекси. Атаки босс, атаки босс. Ах, ты же, блин.
Так, это оружие не дело. Урон, конечно, здоровский. Но слишком медленно. Ах ты ж, все равно достал. В воде очень сложно уворачиваться. А разве есть разница? Конечно, огромная. Не чувствую, если честно. Опять я только частично ушла из-под удара. Давай, Флекси. Правильно, побей столбик. Не меня, столбик. Он не любит столбики. Ну, мы... Ой, как он. Все не любим стенки, столбики и прочее. Ух ты, ишь, я сама под атаку подошла. Стыдно быть мной. Флекси, Флекси. Так, давай, давай, давай. Кушай, 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 кушай. Флекси, Флекси. Хорошо. У меня что-то такое впечатление, что вторая часть немного проще, чем первая. Сильно проще. Эх. Ну, еще в 10 раз проще, потому что я с тобой. Ну да. Ну, собственно, и все. И как видишь, у Катиэль из мира жива. И это засчиталось за то, что она выжила при босс-файте. Куда ты? Вот так. Теперь ты можешь вернуться к себе в Маджулу. Пока я буду пробегать весь тот кусок пути, который ты только что пробегал сам. Ну, я с радостью вернусь в эту... в Джулу. Тебе денежки тратить, души? Да, у меня 45 штук, это ж... Это ж богатство, которое вкусняшка. Не должно пропасть. Так, отправиться, наконец-то. Можно уже туда прийти. Угу. Я все ролики у себя пропускаю. У меня первое прохождение очень полное. Со всеми роликами, диалогами. Не, ну, в принципе, это правильно. Кому надо, тот посмотрит. А так, только время этим забивать. Эй, осторожненько, не падать. Так. Поехали, что ли? Сейчас, конечно, не вторгнется. Ха-ха-ха. Что это у меня такой кувырок? Нормально? Я, конечно, постараюсь помочь. Ну, как, морально разве что, морально. Ну, готов скандировать. Ну, одного уже ганкнули. Беднягу. Просто беднягу. И туда он зашел. Нормально, нормально. Как говорится, а туда ли ты, парень, зашел? Не, он не ожидал встретить нас. Непобедимую команду. Мы просто как команда А. Как команда Ганг Плюс. Ты там в Маджуле уже прокачался? Да, я уже вкачал то, что тогда нужно было. Сходи в особняк. Особняк это в какой особняк? Ну, там, значит, где колодец, помнишь, где ты брал фляжку? Да. Там большой-большой дом. Это особняк. Он раньше был закрыт, а у тебя сейчас есть от него ключ. Зайди внутрь и немножко пособирай там штучки. Я, кстати, вспомнила, что там часть штучек забыла забрать. Так, сейчас. Вот. Да, использовано ключ от дома, ты права. Да, зайди. Обалдеть. Так. Хорошо. Таких особых каких-то плюшек не вижу. Ну, там, во-первых, лежит ключ Каменфарса. О, как раз нашел. Да, теперь, если ты поднимешься наверх, там будет титанит. И осторожно, иди вниз, внизу тебя ждет один скелет. Ну, один скелет, это не страшно, только почему-то я прохода наверх не вижу. Ну, увидишь. А, все, увидел, увидел, увидел. Просто боялся, что не туда пошел. Так. Вот хорошо, все, вроде никого так нет. Ну, там ниже карты. Когда ты увидишь там огромную такую площадку с картой на полу, и вот там спуск вниз, там будет скелет. Угу. Хорошо. А на втором этаже что-то я вообще ничего не нахожу. Да, на втором там станет должен быть. Может, или вы... А, сундук, все, вижу. Они так хорошо вписываются в декорации, что... Да, есть у них такое свойство вписываться в декорации.
Угу. Так, в общем, дальше иду туда по коридору. И тут немного вниз спускаюсь. Да, вниз-вниз. Куча трупов. Осторожненько, там скелет. Просто тут, на чем выше New Game, тем большее количество скелетов. То есть на New Game плюс 7, там будет, как ты понимаешь, 7 скелетов. И поэтому людям нужно. Охренеть. У тебя там вроде не всегда в 7 раз больше мобов. Не, ну просто конкретно вот с этими скелетами такая фишка. А-а-а. Так, человеческую фигурку дали за него. Да, там будет лежать осколок фляги с эстусом, и в сундуке будет лежать черная катана, которая белая, как у меня оружие. Черная катана, которая белая. Звучит хорошо. Так, мне нравится. Осколок фляги. А, надо будет, кстати, девчушке еще подраздавать осколков. Да, да, да. Оп. Хороший план. Черная катана, которая белая. Как думаешь, она мне подойдет? А, нет, у тебя ловкости на нее не хватит. Ах, я надеялся, она мне к лицу. Ну ладно. И здесь получается все, больше ничего внизу нет. А, да, осколочек отдаем вестнице. А, осколочек отдай ей, все. Да. Слова сложились в слова. Так. Так, атмосфера резко меняется. Да, есть такое. Вот эту штуку не свалится. Вот яму здоровую. Просто когда приходишь, видишь лучики света теплые. Лучки света? Лучки света. Свет это хорошо, да. Наверное, так, да. Свет это всегда хорошо. Света, может быть, тоже хорошо. Так, флягу улучшена с эстусом. Еще раз можно ее улучшить? Ну, смотрите, от того, сколько у тебя осколков. А, то есть каждый раз только плюс один, да? О, да, улучшено. Еще раз хочу. У вас уже закончилось. Ну, ладно. Ну, новый уровень тоже не могу. Все, я, в принципе, наверное, все сделал. Так, а раз ты все сделал, что мы можем еще куда-нибудь пойти? Хочешь? Так, уже же время... 5 утра. Да, ну можем тогда закончить. Ну, пока предлагаю на этом закончить, а вот да. Уже в следующий раз обязательно продолжить. Ну да, давай тогда на сегодня все. Пока. Да. Пока. А на сегодня это все. Если хотите увидеть продолжение прямо сейчас, можете зайти на канал Winterfell Weather Channel, Саша там немножечко забежала вперед. Ссылочка, естественно, есть в описании. Ну или, естественно, дождаться ее завтра у меня на канале. Ну что ж, друзья, такие дела.